Будет ли в России новый дефолт в 2022 году? Наверное, таким вопросом задаются многие жители нашей страны. Ведь у многих в памяти 98 год. Однако ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, значительно отличается. Ведь тогда, 24 года назад, у страны попросту не было денежных средств для выплаты долга. А сегодня эти деньги есть. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Россия не отказывается от своих обязательств и готова выплатить купон по евробондам на 117 миллионов долларов. Но в связи с замороженными резервами сделать это может не в валюте, а в рублях. Более того, деньги уже поступили на счета держателей облигаций в той валюте и в те сроки, которые предусмотрены условиями выпуска. Нужно понимать, что платежным агентом является американский Citibank. Если бы раньше эти деньги попросту списались бы со счетов Минфина, то теперь это сделать невозможно по причине блокировки российских счетов. Получается, правительство Америки попросту выстрелило себе в ногу. Да, нашей стране могут выписать технический дефолт, но для нас это ничего не означает. Деньги у страны есть. А то, что счета наши заморожены, так это вина введенных санкций, а не наша. 17 марта стало известно, что Российская Федерация выплатила купон по евробондам на 117 миллионов долларов. Это хорошие новости. Друзья, что думаете по этому поводу? В России существует вероятность дефолта? Thank you.